Есть много вещей, которые радуют домохозяек по утрам. Но нежданный гость в их кровати не относится к их числу. Зак? Ты в нижнем белье? Ну, я должен был что-то надеть, чтобы взять газету. Ты был здесь всю ночь? Конечно. Я не ухожу, как только все закончится. Все закончится? Хочешь, чтоб я сказал? Хорошо. Ты была обалденна. Ладно, слушай внимательно. Сейчас не время для недомолвок, в чем я была обалденна. Это ведь из-под мятной таблетки? После вина ты сказала, как тебе одиноко, и что я самый добрый мужчина, а потом поцеловала. А потом сняла свое... Хорошо, хорошо, замолчи. Меня сейчас стошнит. Это так замечательно. У меня такие планы насчет нас. Нас. Господи, как приятно это слышать. Ну вот, началось. Я подержу тебе волосы, дорогая. Нет!